Grazie, provate. Сегодня 23 января 2015 года. Погода в Анапе хорошая. Вчера было 18 градусов тепла. Это, говорят, рекорд для Анапы последних лет. Поэтому сегодня я вот был на мероприятии, на митинге, посвященном открытию месячника обороны массовой работы. Вот сейчас буквально я несколько минут назад снял автопробег, в котором принимали машины и Анапского районного казачьего общества. Здесь был военкомат анапский, который вот недавно благополучно рухнул. Сейчас его оперативно вот место расчищают. Что будет здесь построено, неизвестно.